Hello, dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья. I'm Ksenia Simonova, and I'm happy to say hello. Our website is 1 year old now, and this date is very important for me. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз, меня зовут Ксения Симонова. Нашему сайту сегодня исполняется год. Для нас это очень важная дата. Thank you for joining my website, those who have been with me all this year, and those who has joined only yesterday. Спасибо вам всем, кто был со мной весь год, и тем, кто присоединился к моему веб-сайту только вчера. I'm very happy to say that this work, this big work, which concerning the website, is not in vain because of you. Благодаря вам я понимаю, что мы работаем не зря, и спасибо вам за это. My website is going to be changed. It will be more interactive, it will have more chapters, and I think and I hope you will enjoy watching everything that I'm going to present there. Мой сайт ожидает изменения, будет больше рубрик, будет больше интерактива. Я надеюсь, что вам понравятся наши изменения. Они грядут совсем скоро. And I'm also happy to present you a new sad story about everything, about the world. This web story is presented to anniversary of my website. It's devoted to all of you. Также счастлива представить вам новую песочную историю, которая посвящается всем, кто был со мной весь год, всем вам. Песочная история абстрактная, фантазийная, я надеюсь, она вам понравится. So enjoy watching and God bless. Приятного просмотра и всего самого лучшего. Sincerely yours, Ксения Симонова. Ваша Ксения Симонова.